Приветствую вас. И вы знаете, сначала я отвечу на ваш вопрос, который вы задаете насчет манипуляции, а после пройдусь по тексту в целом, потому что есть некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы вам лучше понять, что происходит. Значит, я не думаю, что речь идет о каком-либо сознательном манипулировании со стороны молодого человека. Почему? Потому что для манипуляции особенно нужно искусство, для манипуляции нужен навык, нужны достаточно хорошие навыки, и шансы того, что именно у вашего мужчины эти навыки есть, очень малые. Ну, просто потому, что манипуляции нужно учиться, просто потому, что это не так уж и просто, если говорить откровенно, не так просто манипулировать людьми. Что имеет место быть, скорее всего? Скорее всего, молодой человек просто не хочет, боится или считает для себя непозволительным, значит, показывать вам свою нежность постоянно. И связано это с его воспитанием, с его установками, с бытующим мнением об отношениях между мужчиной и женщиной, как в его семье, так и среди его друзей и знакомых, с которыми он общается. И, соответственно, это нежелание молодого человека как-то выделяться и вести себя так, как, ну, например, для него непозволительно. То есть его манера общения не преследует обязательную цель манипулировать вами. Его модель поведения в любом случае, даже если это манипуляция, ведь манипуляция, она всегда для чего-то, это защитная реакция. Защитная реакция на страх. Страх остаться одному с его стороны, либо значит, опасение того, что вы подумаете, что он полностью принадлежит вам, и нежелание показать, опять же, вам, насколько он вами дрожит. И о причинах того, почему мужчина вот так себя ведет, можно только догадываться в данном случае. Это нужно понимать, и понимать достаточно хорошо. И на самом-то деле не столь важно, почему он так поступает. Потому что рано или поздно он поймет, что его поведение неправильное, что оно, это поведение его ведет в никуда, оно ведет только к деструкции, оно ведет только к негативу определенного рода. И вот этот момент нужно понимать. Но вы говорите, и вот здесь мы переходим к вашему тексту. Значит, люблю парня, но есть тот, кто меня не устраивает. Вот вас не устраивает его вот это вот такой вот, ну, с
циклическое поведение. Холодно, горячо. Ну, казалось бы, если любите мужчину и видите, что он так себя ведет. Ну, может быть, у него дела какие-то, может быть, у него нет возможности постоянно быть с вами. Вот, как вы пишете. У него нет с вами возможности, у него нет возможности постоянно быть с вами, например, нежным. Такое вот, согласитесь, тоже вполне возможно. И в этой ситуации, ситуации, когда у него нет возможности быть с вами все время нежным, вы, будучи человеком самодостаточным, человеком уверенным в себе, человеком, знающим себе цену, человеком, точно знающим, чего вы хотите от отношений, вы бы сами для себя решили. Ну, хорошо. Вот. Произошло так, что мужчина проявляет ко мне равнодушие. Ладно. Бывает. Ну, ничего страшного. Я буду заниматься в это время своими делами. Но вы этого не можете. Вы не можете заниматься своими делами. Вы обижаетесь. Вы корите себя. А значит, то, что он на вас действует, и то, как он на вас действует, свидетельствует о том, что вы в нем нуждаетесь. Вопрос в том, почему. Скорее всего, у вас влюбленность, страсть, если, как вы пишете, у вас нет опыта в отношениях. Видите ли, опыт в отношениях, он и не нужен. Если вы цените себя, любите себя, если вы не концентрируете свои потребности на одном человеке. А у меня такое ощущение, что именно это вы и делаете. И именно данный факт является очень плохим и скверным для вас. Потому что в отношения нельзя вступать, будучи нуждающимся человеком. В отношения лучше всего вступать, будучи самодостаточным и самобытным человеком. А это вещи все-таки куда более различимы. Вот. Это то, что нужно вам сказать. Далее. Вы пишете следующую вещь. Значит, что вы боитесь, что он вас бросит. Тоже довольно интересный момент. Почему вы боитесь, что он вас бросит? Ну, бросит он вас, и что? Что дальше-то? Если он вас бросит, значит, вы ему не нужны. Что вы боитесь потерять? Что не можете допустить для себя, что вас бросит мужчина? Как вы проецируете на, опять-таки, себя же то, что он вас может бросить? Как вы это на себя проецируете? То есть я хочу сказать, что означает для вас возможный факт того, что мужчина вас
Просто. И почему вы обязательно на себя это проецируете? Почему вы считаете, что если, например, мужчина вас бросит, то вы будете как-то хуже себя чувствовать и так далее? Вот ответить на эти вопросы вам необходимо для того, чтобы лучше понимать, что происходит с вашими отношениями и, в частности, именно с вами. И в этих, по этим вопросам, точнее, я бы рекомендовал вам работу. Чтобы вы не нуждались в человеке изначально. Чтобы вы не требовали и не ждали чего-либо от отношений и от людей. А чтобы вы все-таки, по большому счету, вкладывали, отдавали, дарили, а не жаждали принять и, собственно, получить. И вот основная работа заключается в том, чтобы убрать и скорректировать те обстоятельства, которые непосредственно влияют на ваше положение в отношениях на данный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.